эта программа работает фактически с декабря месяца, с февраля месяца, вернее, и это уже третья передача таких объемов гуманитарной помощи переселенцам Восточной Украины. То есть это Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Херсон. Перед этим был Киев, и, а перед Киевом Западная Украина, это Закарпатская область, Ровно-Франковск. Эти наборы предназначаются в первую очередь для семей, то есть целевая группа, это семьи или три и больше детей. Значит, формировались, во-первых, наборы, исходя из того, что были опрошены, была опрошена категория беженцев, значит, была учтена их потребности. Значит, эти наборы покрывают нужды большой семьи где-то на месяц-полтора. Это не впервые, это у нас уже третий этап. То есть будет сейчас увеличено, у нас было 250 семей, теперь у нас 500 семей. У нас существенно увеличились, кстати, наборы, у нас существенно увеличились наборы продуктов. То есть стало как бы намного, ну скажем так, мы там хватало на месяц, теперь хватит на два. То есть потому что тот набор, который сейчас, ну как бы семья месяц-полтора вполне может быть в этот магазин, по крайней мере, за крупами, мукой, маслом, всем остальным не ходить. Вот. Сюда идут наборы посуды для семей, где четверо и более детей. Там, где маленькие дети, это памперсы, детская гигиена и детское питание, каши и детское питание. Первый раз ли получается? Нет, второй. Да, очень, конечно, довольна. Ну, хватает, конечно, ненадолго. Ну да, все это, конечно, нужно. Все это расходуется. Потому что если бы не было бы такой помощи переселенцам, да, многие переселенцы замыкаются в себе. И не только такая помощь, как бы гуманитарная помощь важна. Важна еще и психологическая помощь, общение. Очень важна эта помощь, очень. Потому что, опять же, есть семьи многодетные, кстати, как мы, да, не хватает того заработка, который у нас есть. Поэтому такие помощи очень важны. Очень важно сказать, что венгерская экономическая помощь работает с международной организацией ELIS. То есть это целая группа доноров, через них поддерживает эту программу. Но я вам готов теперь называть общую сумму программы, которая, значит, по Украине работает. Она теперь уже больше, чем 650 тысяч евро. Программа будет продолжаться, это уже теперь можно заявить об этом, до конца апреля месяца следующего года.